А, здорово. Опа, ну. Да как мне бесит, когда собака где свет стрелял. Пари, рури, пари, пари. О, где Светлана? Отдыхает сегодня, на чиле, на расслабоне. А ты постоянно работаешь, да? Ну, видишь как. Так и живем. Кому-то работать же надо, правильно? Угу. А что ты там, можешь мне что-то выдать? Ну да, будет или что-то. Завтра, нет? Завтра будет. Ага. Сегодня. Ну, это по твоему усмотрению, смотри, что можешь выдать. Видай. Ну ты что, там коин или премка надо? Ну, я как ты логично судя, так как я не играю особо много времени, для этого нет, да. То думаю, танкончик все, да. Все делаем. Вышел. Ну я думаю, какую-то писочку надо. Ну только, бля, не знаю, что какое-то давление не такая у меня. Голову постоянно дует. Ну не дует, а жмет. Ну мне сегодня тоже что-то. Пиздец. Какая-то дичь такая же плюс-минус. И просто на правый глаз очень сильное такое чувство, как будто он сейчас, блядь, выскочит нахуй. Света в чате здоровается с тобой. А, привет, братан. Товарищ лейтенант. Наша, вот наша конфа чисто бревно. Катя Сольчик, я, ты, Света. Ну и Сарат наполовину. Ладно, шучу, Сарат тоже. Сегодня днем к ним зашел поздороваться. Там был Катя Сольчик. Бревно и Сарат. Я захожу, короче, там бревно говорит, будет футболистом станет. И, короче, Сарат там рассказывал, как, ну, как мы там зарабатываем в Латвии, какие там цены. И, короче, говорю, если бревно не складывается, его возьму, мой массажист там будет на ноги массировать. Сарата порвало там. Рабочая. Чисто массажист, там возьму. Мне ноги массировать. По-вкусненькому. Я говорю, тебе же нравится такая тема. Мужикам массировать ноги. Да. Вот у меня гости, бля, Ромашка подойдет, говорит. Будет говорить, ну как это некрасиво на голосе сидеть, когда гости. Ну да, чё. Посидеть-то можно, а что там, если гости-то? С гостями тоже надо немножко время провести. Надо грязючку с гостями тоже давать, да? А чё? А чё нет? Не, посижу чуть-чуть, наверное, пойду спать. Голову пиздец давит. Банденчик какой-то, работы делать надо, не? Ну да. Смотри, до скольки. Да я сейчас тоже быстро заданочки туда-сюда. Видишь, я сегодня вообще на супертурбом режиме в два аккаунта сразу долблю. Ай, сука, идиот. Ну это дефолт, ребяточки. Таких придурков, ну, много не бывает в этой игре, если что. А что там, когда пиццер? Не знаю. Пока по времени такое особо нету. Ближе к выходным, может? На выходные. Такое. Ладно, брат, я зашел дома. Давай, я давай, да. Подержать, камаради, зашел. Давай, всем привет. Да, давай, давай, передам. Давай. Давай, на связи. Давай. Ребяточки, работочку делаем, 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 делаем. Не делаем, понял. Вот тут делаем. Вот тут чувствую, что делаю. Вот тут точно делаю. Ну, чел, не бери. Ну, нафиг ты берешь, сука. Вот так вот, ребячки. Вот так вот, ладно. Тут один на подборе стоит. Этот на подборе пока делает. Этот уже доставку делает. Ладно, не делает. Подборчик есть. И поесть. Оп. Работаем. Бери. Да ёб твою, сука. Габелла. Работаем, ребяточки. Ладно, этот подбирает пока. Этот пусть другой везет. Не бери, не бери. Ну нафиг вы берете. Ладно, я два подберу. Так уж и быть.
А, этого уже слили. Ладно. Если этого слили, то этим тогда делаем контент, не делаем. Тогда этим делаем контентик. Пус Вадейла. Понял, не в голову. Су, какой-то противный тип на громе попался. Пытается меня респить. Какой-то противный типочек. Ах, ты ж сучка. Да ептить, задрал уже этот тип на громе. Мешается все время. Так, ладно, этот подбирает пока что. Че, он залагал, что ли? Так, флаг у него скинется сегодня? О, как сочно этот типочек смотрится. Чел просто залагал, и у него даже это... Не двигается аккаунт. Я шатал. Бля, я сейчас так катку солью, если что. Если у меня так команда тянуть не будет. Ой, хорошо. Так, и сразу добавочку. Это надо как-то слить. Рабочую ему туда даю. И под доставочку, хорошо. Пока он респится, еще одну ему привезу сразу. А, наш тиммейт ставит сюда контактик, ребяточки. Кто говорил, первое, второе не забирается. Ну, что там, что там, что там, ребяточки, что там? Что там, ребяточки? Вот так вот делаем грязюку. Делаем вот такую грязючку. Делаем контентик. Делаем вкусный контентик. Делаем рабочую. Делаем грязь. Ладно, это как будто можно даже уже...